Ребят, в общем, такая вкуснота получилась. Это лангустины размер L1. Жарил я их в микроволновке. Я их мариновал целый час. И сейчас я буду их есть. В общем, я тут между делом готовлю борщ. Там варится картошечка. Это на засолку капустка будет. Там домашний томатик очень вкусный. Вот, там и зажарочка. Но готовить мы будем лангустин. Размер L1. Это вот такие вот здоровенные креветки, можно сказать. То есть это их не подвид. Рецепт достаточно простой. Я беру вот такой вот лимонный перец. Посыпаем. В общем, здесь цедра лимона и молотый черный перец. Ну, он как бы не то, что прям вот молотый конкретно, он такой крупный помол, я вот так вот могу сказать. Мы оставим все это мариновать. Так, убираем. Солим. Ну, я под себя посолю. Мариновать я буду непосредственно в панцире, потому что у меня свои предпочтения к данному виду. Еще я воспользуюсь своей любимой приправой. В данном случае она универсальная. А чтобы все это связалось, я использую половинку лимона, точнее его сок. Берем. Можно было бы добавить чеснока, но чеснок перебил бы лимон. А я этого не хочу. Ну, как-то так. И давайте сейчас вот так вот, ну, как бы натрем, что ли. Насколько? Ну, как по мне, давайте оставим на час. Жарить будем в микроволновке, а точнее на гриле. Так, ребят, прошел ровно час. Если честно, я уже тут и зашел, блин, слюнями, потому что это пахнет все это достаточно классно. Теперь мы наших лангустинов перекладываем на нашу решеточку. То, что капает, это ничего страшного. Все равно все мыть. Ну вот как-то так. Вот это вот маринад остался. Ох ты! Так, как я уже сказал, что жарить я буду на гриле. Так, переключаю на гриль. Так, сколько вешать в граммах? Ну, давайте 10 минут. Так, ребят, последний штрих. Креветки готовились 10 минут. Ну, исходя из того, что они уже вареные. Лимончик, половиночку берем.
Еще раз чуть-чуть поливаем. Они сейчас остынут, и будет мукбанг. Для украшательства лимончик. То есть подача же в любом случае нужна какая-то, да? Разбавить цвет. Свежий огурчик, пока что еще не дачный. Ну и возьмем помидорку. Вот как-то так. Привет, я съем.